Космос всегда был и остается сегодня одной из наиболее волнующих человечества загадок. Его глубины дали неустанно влекут к себе исследователи всех поколений. Звездное небо завораживает своей красотой, а звезды издревле были верными проводниками для путешественников. Давайте вместе узнаем, знают ли устюжане ответы на основные астрономические вопросы. А какая планета называется красной? Планета... Ой, а красная, да, Юпитер, что ли? Или... Солнышко? А вот не знаю, какая красная называется. Она идет после Земли, сразу подсказка. Венера, наверное. Красная. Марс. Ты первый человек, который полетел в космос. Гагарин. Гагарин Юрий Алексеевич. Гагарин, наверное. А какая планета самая большая? Юпитер. Земля, наверное. Юпитер. Верно. Первая женщина-космонавт. Терешкова. Валентина. Как меня? Валентина Терешкова.